В минувшие выходные для детей и их родителей в жилом комплексе «Мичуринский» перед началом нового учебного года устроили праздник во дворе. Каждый желающий мог принять участие в конкурсах на сообразительность и ловкость. Наша съемочная группа побывала на мероприятии. 2 сентября во всех школах Твери прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Праздник также отметили и в жилом комплексе «Мичуринский» по адресу улица Оснобрюкская, 10. 1 сентября там провели праздник в неформальной обстановке с детской развлекательной программой. В дружном дворе собрались ребята со всего микрорайона. Мальчишки и девчонки могли поучаствовать в конкурсах на логику, ловкость и сообразительность. Мне нравится праздник. Я попробовала конкурс дартс и еще попробовала... Отбрось кеды. Недавно в жилом комплексе «Мичуринский» поздравили с приобретением квартиры 500-го покупателя. Вторая очередь квартир, которую сдают в декабре, также практически распродана. Большинство покупателей – это семьи с детьми, поэтому проведение дворового праздника в будущем планируется сделать доброй традицией. Это 1 сентября в Мичуринском, но учитывая, смотрите, вот у нас первая очередь сдана, а сколько уже народу детей на сегодняшнем празднике. Я думаю, что обязательно эта традиция будет повториться и будет ежегодной. Ребята участвовали в конкурсах и заполняли дневник, где им проставляли оценки за выполнение заданий. Все как в школе. А после все могли подкрепиться чаем с печеньем. Такой праздник собирает вместе большое количество гостей и помогает развитию хороших добрососедских отношений. Сами жильцы довольны приобретением квартиры в жилом комплексе «Мичуринский». Проживаем на 14 этаже. Можно посмотреть. В принципе, всем довольны, все хорошо. И мне кажется, это неплохой вариант, как проведение вот таких вот мероприятий, посвященных как 1 сентября. Ну, надеюсь, в дальнейшем, может быть, еще какие-то будут праздники, да, там и будет еще больше каких-то таких вот мероприятий. Ярким моментом праздника стали прыжки на батутах – любимое детское развлечение. Ребята и взрослые ушли домой с хорошим настроением, а также зарядом бодрости и энергии, которых хватит на весь учебный год.